Oh, no. Девочка, скажите, пожалуйста, что дали задом? Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели. Я тоже не понимаю, Влад, для чего вы дети в школу отправляют? Чтобы родители на WhatsApp сидели, что ли, домашние задания спрашивать, это все. А для какого хрена вы дети в школу отправляют? По WhatsApp. Спешили, ушли, звону звонили и бегом вышли из класса. Так разве бывает, что ли? Пусть нормально сидят в классе и смотрят, какие задания дают и что дают. Задом ничего не дали, только все вперед. Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают. Окружающий мир 5 листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. И вообще обнаглели. С ума сходят, что ли, они. Из детей вунтеркиндами, блин.